Так, а это тоже какое-то церковное здание было когда-то. Так, подходим к руинам замка. Я так понимаю, эти камни были частью какой-то конструкции. А это что? Это такой вазон для цветов, что ли? И, кстати, там внутри пусто. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О. Это был еще один проход откуда-то куда-то. Ой-ой-ой, а там высоко. Туда ляпнуться так запросто можно убиться. Что еще хуже, покалечиться. Так, а ну-ка. Ой. Какой-то коридор куда-то. Нет, там ничего нету. Куда, вверх или вниз? Вниз, конечно. Оп. Так, перекрытия были деревянные, но этажей было много. Если считать с этим, то 1, 2, 3, 4, ну как минимум 5. Так, и куда это все ведет? Так, а здесь были какие-то ворота вмурованы. Опять бутылки, мусор. Так, вот здесь был какой-то подземный ход, или это труба там какая-то. Короче, я не знаю, что там, но оно уже было заложено позже. Так, а это чего за камень такой? Такой острый какой-то. Я не знаю, как он называется, но чем-то похож на железную руду. Трясся. Так, ну здесь полно мусора. Так. Налево там лестница. Да? А ну-ка сюда и налево. Действительно, какой-то ход. Так. Ну, туда я точно не вылезу. Даже пытаться не буду. Классно. Опа. Вторая башня в еще худшем состоянии, чем эта. Там высоко, а я высоту не люблю. Ой. Ага, понятно. Там какая-то дырочка. Так, надо как-то слезть и не убиться. Так. Так, прыгаем на вон тот камушек. А лучше за него.
Здесь были какие-то своды. Какая большая куча камней. Нет, туда я не полезу. Вот была лестница. Это ж надо, кто-то залез туда, чтобы что-то там нацарапать. А вот еще выше слабо было, да? Козлы. Так, ладно, пора отсюда уходить. А ну что здесь? Здесь шиповник растет. Так. Ого. А здесь я тоже высоко. Все, хватит. Поехали дальше. Интересный был замок. Было бы еще интереснее, если бы кто-то взялся здесь, ну, хотя бы порядок наводить и поубирать бутылки. Оказывается, шумит там не ветер. Там шумит, как бы так, чтобы было видно, Журинский водопад. Вот туда мы и отправимся, потому что мы в любом случае собирались его увидеть.